Всем привет! Я снова с вами. Я вам расскажу анекдотик. Значит, отец будет сына. Сынок, вставай! Поедем на дачу копать картошку. Пап, ну 4 часа утра. Вставай, вставай, сынок, надо копать картошку. Пап, у нас же нет дачи. Это не значит, что нам не нужна картошка. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.